Здравствуйте, друзья! Хочу поделиться рецептом воздушной, нежной, очень вкусной творожной запеканки. По этому рецепту я готовлю много лет. Творог пробейте блендером или протрите через сито. Добавьте столовую ложку сметаны и хорошо перемешайте. Творог я использую 9% жирностью, сметану 24%. В емкость взбейте яйца, добавьте сахар, щепотку соли и взбейте венчиком до легкой пышной пены. К яйцам добавьте творог и хорошо все перемешайте. В творожную смесь добавьте манку и ванильный сахар и все хорошо перемешайте венчиком. Смесь накройте полотенцем и оставьте на 15 минут настояться. Через 15 минут в творожную смесь добавьте разрыхлитель и хорошо перемешайте. Форму смажьте сливочным маслом и перелейте туда творожную смесь. И разровняйте смесь лопаткой. Форма у меня диаметром 21 на 11 сантиметров. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, 45 минут. Творожная запеканка, которая получится у вас всегда. Она проста и быстра в приготовлении. Это отличный завтрак для всей семьи. Смотрите мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем здоровья, до новых встреч!